Итак, привет всем. 10-долларовая сессия. Шансы сравнялись. Оба билетика с махонькими беленькими полосочками. Одного внизу, одного вверху. Билетики номер 19 и 20. Где они, 19 и 20? Вон они. Из этих двух билетов, ну, может быть, будет 5 или 10 долларов. Мне сейчас нужно 50 тысяч, пожалуйста. Поэтому так, без дураков. Дайте мне, сколько тут можно выиграть? 1 миллион. И на этом мы разойдемся. 6, 4, 3. Выигрышный номер будет 5. Потому что у нас его нет. А он будет. 17, 15. О, 5 долларов будет, скорее всего. 11, 16, да? 9. Есть у нас 9? 6, 7, 8. 11, да? 1. Есть у нас 1? Нет у нас 1. 26 и 24. 26 и 24. Что пишут? 10 долларов. Чего не дать 10 тысяч, да? 1, 9, 24, 26. Нету ничего. Ну, вряд ли будет, то, что называется, два подряд. Но это лотерея и абсолютно не исключено. Абсолютно не исключено. Поэтому мы надеемся. Нам по-прежнему нужно 50 тысяч, поэтому, пожалуйста. 4, 26, 29, 12, 22, 15, 27 и 3. Повторяющихся номеров нет. Мультипликаторов 2, 5, 10 и 20 нет. И значка такого нет. То есть вполне возможно, что билет будет не выигрышный. 14 и 21. 14, 21, 18 и 6. 18 и 6. Нет таких, да? Ладно, больше чем чего.